Всем добрый вечер, меня зовут Мика Хигай, первый ролл-мастер в СНГ, и этот зум хотелось бы провести про продукцию, именно про те товары, которые у нас вышли на... не то, что вышли, а то, что у нас для марафона, да? То есть концентрируемся сегодня на них, как я прохожу марафон, и как девочки это делают. Вообще, марафоны – это у нас уже 6-й бьюти-марафон, и я бы хотела вам показать, какие у нас результаты были с прошлых марафонов. Так, сейчас. Да, у нас. Да, то есть 6 раз подряд мы уже с девочками активно марафоним. А что такое марафон вообще? Это целый месяц интенсивного ухода, когда утром, вечером нужно отправлять фотографии, за каждую фотографию вы получаете балл. И в конце, когда вы набрали максимальное количество баллов среди тех, кто дошел до конца, мы делаем лотерею и разыгрываем что-нибудь приятное, какие-нибудь наборы, косметики. Коллаген был в прошлый раз питьевой. В этот раз мы разыгрываем набор Абсолют Сноу. Ну, как вы видели на флайере, да? Давайте еще раз посмотрим на флайер. А вот наш подарок. Это Абсолют Сноу, тот набор, с которым я прохожу марафон. Также вообще наш марафон, почему называется «Синергия»? Потому что мы вообще начинали только с Амбу. Когда они вышли на казахстанском сайте, появились на российском, на кыргызском, мы, да, вот примерно в это время, когда они появились, мы начали тестировать их на себе, знаешь, потому что если бы не марафон, может быть, вы не стали бы, участницы не стали бы пользоваться ими, да, а когда вот такая движуха происходит, то ты их себе покупаешь, именно себе, да, не в подарок кому-то, появляется мотивация ими пользоваться и вообще понять, что это такое. Они не дешевые, да, по сравнению с другими там наборами, но они того стоят, то есть каждая ампула очень результативная. Сейчас я вам покажу до и после. Да, для прохождения марафона тоже нужно сделать фотографию до в хорошем свете и в хорошем качестве, и после. И потом сделать коллаж и посмотреть, вам самим будет интересно посмотреть до и после, как у вас изменилась кожа за это время. И вот ампулы, они как раз на месяц идут. Поэтому мы начинали бьюти-марафоны именно с ампул. А затем с прошлого марафона, да, мы начали добавлять еще товары, потому что ампулы не всем доступны и по цене, и по логистике, поэтому мы взяли разного калибра товары, да, есть совсем доступные вот эти патчи ампульные, то есть все, что связано с ампулой, да, вот ампула Абсолют, тоже она дает за месяц видимый результат, то есть месяц ежедневного использования утром, вечером, и ваша кожа меняется. А также новиночка, бальзам перезагрузка, то есть ресет переводится как перезагрузка. Это такой инновационный стик, который стирает ваши морщинки. Да, то есть тоже за месяц дает видимый результат. Это корректор Абсолют Сноу, который заменяет лазерное отбеливание. И вот такие патчи Акропас против морщин. То есть они с микроиглами, они доступны только на корейском сайте сейчас. Раньше были на российском сайте, но сейчас только с Кореи можно заказать. Они с микроиглами, то есть эти микроиглы попадают глубоко в кожу и там растворяются, и активный ингредиент попадает вам в кожу. Таким образом тоже можно получить результат. И ампульные патчи у нас прекрасные, помогают тоже справиться с морщинками, с темными кругами, разгладить кожу, омолаживать, осветлять.
Так, слайдов нет. Да, это вот только такая картинка показываю. Вот. Так, сейчас минуточку. О, у нас гром. Сейчас я попробую открыть результаты до-после. Получается. А, вот все, нашла. А, вот, это у меня в Инстаграме, Атоника Корея, есть вот такой пост про фото до-после. Так, это у нас майский марафон. Да, вот в мае мы впервые добавили разные товары. Тогда еще была, смотрите, спот-аут эссенция. То есть это вот-вот только заменили ее на сноу, корректор и сыворотку. Вот, поэтому мы так исторический момент, да, заметили. А когда спот-аут сменился на сноу. Спот-аут тоже была отбеливающая линия. И сноу теперь еще лучше составы, ингредиенты. Сегодня мы с вами посмотрим на них. Для отбеливания пигментации и постакне. Вот как у меня проблема, да? А вот наша Мадина с Турции проходила марафон. Вот это фото до. Вот и фото после. У Мадины прям очень заметен результат. А хотя у нее первая ампула, она не... Ну, там активного ингредиента почему-то не было. Именно не ампула один, а ампула ноль. Вот, поэтому она начала с... Но я все равно, даже если у вас ампула не... Активный ингредиент в крышке не высыпался, советую ампулой пользоваться. То есть для того, потому что и в крышке, и в основном в стекле тоже есть то есть работающее средство, и им продолжайте пользоваться. Часто бывает у ампулы один, что она какое-то долго пролежала или пролежала на солнце, что-то с ней случилось, и витамин С окислился, коричневый стал. В таком случае нельзя смешивать ампулу, просто пользоваться основным ингредиентом. Вот такой результат. Отзыв Елены до и после. Да, это вот во время марафона. Кожа уже, да, значительно начала сиять. Ушла межбровка. Вот после прохождения марафона такие отличные результаты. Это Милана с Кыргызстана. До и после. Тоже заметный результат. Вот Милана как раз показывает, какими ампулами она пользовалась. 0, 1, 2, 3. Поэтому вот такой уход ежедневно, да, утром, вечером, в течение месяца, он точно даст вам, вашей коже, результат. И потому что наша косметика работает. Это последний, получается, слайд. Тоже хороший результат до и после. Мы видим осветление, темные круги ушли. Носогубка тоже уменьшилась, да? И цвет, тон кожи, да, тоже обратите внимание, выровнялся. Это вот действуют так наши ампулы. Кто не пользовался ампулой, обязательно попробуйте. Они действительно классные, дают результат уже всего за месяц. А если вы будете ими пользоваться прям курсом несколько месяцев, 2-3 месяца, да, то еще лучше результат. Ну, я думаю, что не нужно рассказывать, да, как их нужно смешивать. Так. Просто расскажу, да, что, ну, если вам нужно, вы новичок, и вы хотите больше узнать, как ими пользоваться, вы всегда можете зайти на сайт русскоязычный и подробно ознакомиться с
описание с инструкцией. Давайте для примера, да, вот, скажем, вы новичок и не знаете, как пользоваться ампулами, что делать. Заходим на сайт, где все по-русски, да, и вот здесь подробно написано, да, что зачем идет, как пользоваться и так далее. Что внутри главное, какой состав. Плюсы ампул синергия в том, что это систематизированный уход, да, то есть все продумано. Сначала ноль ампула идет, она на активное увлажнение. Затем ампула осветления идет. Затем от морщин, антиэйдж, да, регенерация. Концентрированная формула номер два, да, то, что в одной ампуле столько активных ингредиентов, при этом она не вызывает раздражений, да, то есть у нас во время марафона редко было такое, что там краснота или какую-то реакцию давала кожа, обычно все так, потому что выстроено набор ампул, сначала ноль, она подготавливает кожу, затем уже более такой активный состав идет. Свежеприготовленная формула – это тоже инновация в наших ампулах, то, что вы вот прямо на глазах у себя смешиваете два активных ингредиента, то есть в самой ампуле, и в крышке есть активный ингредиент. Так, сейчас я минуточку хочу. Если какие-то вопросы будут появляться, пишите в чате. На Ютубе есть видео, как Антони рассказывает про ампулу. Да. Перед тем, как участвовать в марафоне, специально сходила на механическую чистку, чтобы ампула Сергея Жушина работала лучше. Так, Елена пишет, я использую новый набор Absolute Snow, можно после нанесения тонера использовать ампулу 2 с золотом. После тонера использовать ампулу, да. Позже покажу картинку, которую я перевела с корейского сайта, там есть про ампулу. Где посмотреть отзывы до и после, которые вы показали, спрашивает Елена. В моем инстаграме Atomica Korea. Вот первая, ноль ампула дает увлажнение, упругость. Вторая, под кодом 1 сияние. Дальше упругость, лифтинг и антиэйдж эффект. И хороший тоже момент, подсказали девочки, что перед тем, как пользоваться ампулами, хорошо бы сделать чистку лица. Но можно это сделать вместе с Atomica. Да, то есть у нас есть вот такой набор Evening Care. Так, на второй страничке, да? Вот такой набор Evening Care, где есть уже все необходимое. То есть его хорошо делать 1-2 раза в неделю, в зависимости от вашей кожи. И сейчас, кстати, лето, жарко. Можно даже вот прям 2 раза в неделю делать, если ваша кожа хорошо реагирует на такое очищение. То есть это... Ежедневно то, что мы делаем, это deep cleanser, демакияж и пенка. А то, что мы делаем 1-2 раза в неделю, это пилинг и маска-пленка. То есть они помогают отшелушивать кожу, регенерировать ее для того, чтобы последующий уход был максимально эффективным, максимально глубоко проник в вашу кожу. То есть несмотря на то, какими крутыми ампулами мы пользуемся, эффекта будет мало, если кожа загрязнена. То есть если вы макияж не до конца смываете, да, не двухфазным очищением, а только пенкой пользуетесь, то, конечно, у вас будет забиваться поры. И чтобы этого избежать, у нас вот такое прекрасное есть очищение от компании, которое стоит очень дешево по сравнению, например, если ходить в салон на такие же процедуры.
И вопрос у Елены тоже был. Она спрашивала, можно ли пользоваться всеми этими средствами летом. Потому что, да, например, у нас здесь активные ингредиенты, Absolut Snow тоже, но они все предназначены для домашнего использования, не профессионально. То есть именно домашнее использование. И если вы пользуетесь солнцезащитными средствами в течение дня, то у вас не будет никакой реакции, да, в виде пигментации. Это вот если сделать химический пилинг, да, и сразу выйти на солнце, то берегитесь, да, вы можете получить ожог. Или какую-то вот процедуру косметологическую сделаете на осветление, то будьте аккуратны. Да? То есть косметологи не советуют это делать летом. Особенно если вы живете в стране, где очень активное солнце. Но все, что касается компании косметики Atomia, это можно использовать круглый год, потому что эта косметика направлена на домашний уход. То есть то, что можно делать и нужно делать дома. Поэтому вот ампула Синергия – это отличное начало. Если вы еще думаете, да, чтобы подарить себе этот кайф, то обязательно участвуйте в следующих наших марафонах уже с этими ампулами. Это будет большой подарок для себя любимой, для своих родных, мам, друзей, подруг, имею в виду. Даже для мужчин тоже могут проходить марафон, если у них есть какие-то вот видимые проблемы, что они хотят такой результат до и после себе. Вот. То есть самой крышке активный ингредиент и основной ингредиент в стекле. Поэтому нужно нажать на крышку, чтобы смешать оба ингредиента. Такой эффект позволяет вам добиться результата, когда ампула у вас свежая, свежеприготовленная. В таком виде она может храниться всего 2 недели. Мы советуем, и по инструкции официальной, нужно использовать ампулу в течение недели. Утром, вечером. Ну, так она у вас, она и уйдет. Если вы будете утром, вечером пользоваться, в течение недели, полторы примерно, она у вас закончится. Поэтому ампулу, кстати, не жалейте, не нужно там одну капелюшку на все лицо. Должно хватить, да, и на лицо, и на шею. При таком использовании у вас на неделю как раз она и продержится. То есть ампула 0 подготовительная, это первая неделя. Вот здесь написано 1 джу. Джу по-корейски неделя. Базовый уход. И 2. Вторая и четвертая неделя это интенсивный уход. Решение конкретных проблем кожи. Ампула 1 – это витамин С и другие витамины для нашей кожи. Это самая жирная ампула, кстати. У кого проблемная кожа, они могут привыкать к ней первые дни, но продолжайте все равно пользоваться, кожа обязательно привыкнет к этой ампуле. Главное, чтобы, опять же, активный ингредиент в крышке, он не окислился. Это самая капризная ампула. Да, если хранить ее, например, в ванной, то она у вас окислится. Да? Вообще косметику в ванной хранить нельзя. Там влажность. Также нельзя на подоконнике хранить, где солнце. Тоже у вас косметика окислится, срок годности пройдет быстро. Можно хранить в холодильнике, особенно ампула 1. Особенно летом, да, когда жарко. Либо в прохладном темном месте. Затем у нас идет ампула 2 и 3. Третья ампула самая любимая, обычно 0 и 3, да? Они самые комфортные. Но самая, конечно, роскошная – это золотая ампула. Когда ей пользуешься, чувствуешь себя на миллион. Это уже активная регенерация и омоложение идет. Да, пептиды в составе, витамины. Коллаген, осветление. Ну, в общем, все лучшее в таких маленьких ампулах. Они заменяют вам косметологическую процедуру. И то, что мы делаем это ежедневно, утром, вечером, увеличивает
эффект от использования, да, то есть без пропусков. И во время марафона, если вы заметили, да, все отправляют фотографию с ампулой, вот в таком виде селфи. И на фотографии видно, что мы, что ампула потихоньку уменьшается, да, то есть видно, что мы активно пользуемся. И Наталья, она помогает сейчас с марафоном, да, делает учет, она попросила вас, кто проходит марафон, также вот ампулу абсолют прям показывать, что она у вас заканчивается, прям показывать, ну, чтобы четко было видно. Когда делаете селфи с ампулой абсолют, тоже показывать, что она заканчивается. Такие замечательные ампулы, прекрасный состав, да, то есть мы показывали специально косметологам наши составы, насколько они конкурентоспособные. Действительно, косметологи сказали, что такие ампулы они покупают сами в специализированных магазинах 2-3 раза дороже. То есть в Атоме мы очень хорошо экономим на уходе, не переплачиваем. Далее, что еще, какие товары вы можете использовать во время марафона, которые дадут результат уже через месяц? Это патчи для глаз, которые можно использовать не только на глаза, можно еще и на лоб, да, ампулу приклеить, на носогубку, на шею. То есть, где у вас есть проблемы, также утром, вечером мы используем патчи. Если у вас есть, например, ампула Абсолют, и вот такие патчи, то вы можете разделить. То есть утром вы пользуетесь патчами, что классно, да, убирает эти припухлости после сна у глаз, а вечером ампулу абсолют. Можно так разделить. Но обязательно должны быть товары только из списка. Вот то, что на картинке я показывала, то, что мы взяли, да, ампулу абсолют, ресет бальзам, корректор сноу, ампула синергия. То есть можно комбинировать, но что-то брать вечером другой, например, набор Фейм, уже не пойдет. То есть то, что только на картинке. Вот, это самый доступный товар из нашего списка. Они морские, да, с морским коллагеном. Основной ингредиент есть фукоидан. Это то, что позволяет вот морским водорослям оставаться увлажненными, несмотря на суровые обстоятельства. Солнце, ветра и так далее, да? То есть это тоже очень дорогие ингредиенты. Сами патчи и маски, они гидрогелевые. То есть они, чем тканевые, они пропитываются полностью эссенцией. И потом, когда вы снимете, да, 20 минут подержали, снимаете этот патч, и он уже такой становится тоненький, сухой. Вы заметите, всю эссенцию, все, что есть полезное в этом патче, он передает вашей коже. Лучшее, что есть для кожи с острова Чеджу, это корейский остров. Фукоза, да, фукоидан. О нем мы говорили. То есть вы получаете моментальное охлаждение. Если вы, кстати, в холодильнике будете хранить эти патчи, вы получите еще и дополнительный охлаждающий эффект. Супер увлажнение, питание, раздражение кожи тоже не вызывает. Темные круги под глазами убираются, морщинки, межбровку. Вот как на фото можно нанести эти патчи для максимального эффекта. То есть межбровка, под глаза, носогубка и шея. Ампульные патчи. Также есть масочки. То есть вы можете выбрать патчи или масочки. Но просто патчи легче делать утром-вечером, чем масочки наносить. Да? И, кстати, тут здесь вот написано, как пользоваться. Это сначала тонер идет, ну, очищение, само собой разумеется. Затем тонер. Тонер подготавливает кожу к дальнейшему уходу, чтобы дальнейший уход максимально впитался. То есть не нужно после умывания сразу использовать патч, да, или ампулу
сначала подготовьте кожу тонером. У нас тонеров очень много в Атоме. Выбирайте любой, который вам нравится. И затем только используем патчи. Держим 20-30 минут. И затем можно что сделать? В горячую воду положить эти патчи или масочку. Они полностью растворятся. И можно этой водой, например, ручки засунуть, да, будете делать ванночку для рук, для ног или для тела. Такой экологичный вариант. Далее у нас идет Ampoule Absolut. Давайте тоже про нее немножко поговорим. Absolut – это люксовый набор Atome. Такая инновация тоже. И именно только этот набор из всей индустрии K-Beauty в Корее получил высшую награду за технологию Cell Active. Cell Active – это технология, которая доставляет активные ингредиенты самого набора, катехины, зеленый чай, пептиды глубоко в кожу и сама определяет проблемные места, участки. И этим проблемным клеткам, да, там, где не хватает коллагена, там, где произошли морщины, туда доходят эти ингредиенты, доставляются, и таким образом у вас появляется видимый результат от использования. При этом косметика не гормональная, да, никаких побочных эффектов она не вызывает, привыкание тоже. Просто такая шикарная технология у нее, благодаря чему удостоилась высшей награды. Прекрасно пахнет, да, она туберозой. Вот такая. Ну, вы можете пользоваться всем набором, просто для прохождения марафона именно нужна ампула. И мы с Ампулой делаем фотографии. Она любимица многих, эта ампула. И даже вот фото делали до-после на руках. То есть сначала наносили, когда ампулу, сначала просто на руку наносили, чтобы для удобства, да, пипеткой на руку, а потом на лицо. Так делала одна женщина. И затем она через какое-то время увидела, что одна рука у нее помолодела по сравнению с другой. Поэтому такой вот видимый результат. Так, сейчас почитаю чат. Да, да, спасибо за ваши отзывы. У меня тонер от набора Absolut, но когда жарко, мне больше нравится эссенция от гидро набора. Да, здорово, что вы разбираетесь в продукции, можете комбинировать, да, то есть по состоянию своей кожи, по своему желанию, по настроению менять тонер там на более легкий. Это классно, да. Например, я пользуюсь только вот этими четырьмя. Тонер, ампула, сыворотка, лосьон. У меня жирная, комбинированная вообще кожа летом. Жирная еще становится, поэтому я кремами не пользуюсь. То есть, когда жирная кожа, она проблемная, да, она вызывает много неудобств, но зато она медленнее стареет. То есть у меня, например, нет морщин вокруг глаз, благодаря тому, что кожа, да, свой коллаген вырабатывается. Если кожа сухая, то вам необходимо крема даже летом. Ну, тоже смотрите на состояние своей кожи, слушайте свою кожу. Тут, да, можно ознакомиться с вообще, что такое Absolut. Но мы сегодня заострим внимание на самой ампуле. Она, видимо, сокращает количество морщин. И вот здесь такой есть совет, что испытайте в собственном опыте максимальную выгоду от интенсивного использования одной бутылочки в течение одного месяца. Это цикл естественного обновления кожи. То есть за месяц наша кожа полностью обновляется. Если мы пользуемся активно ампулой, то вы увидите видимый результат. Да, спасибо, Галина. Пользуется много лет патчами. Атоме, когда попробовала, отлично увлажняет и убирает припухлости. То есть по такой цене, да, очень конкурентоспособной цене, результат удивляет. То есть, чем отличие люксовой косметики от масс-маркета, это
результативность. Если вы видите эффект от этих средств, значит, это люкс. Она самая активная ампула по составу из всех баночек Абсолют, всего набора. То есть она активно работает на увлажнение, на омоложение. Так, здесь как пользоваться. И тоже хранить ее, пожалуйста, в темном месте. Подальше от влажности. То есть в ванной комнате не храните косметику, особенно активную. Можно там, например, тонер или крем, но ампулы, они требуют особенного ухода. Здесь полный состав. То есть составы очень хорошие в этом. Ольга пишет: наношу Абсолют, хватает и на кисти, и ощущение рук тоже очень приятный, да. Спасибо. То есть у нас вот то, что доступно на сайте русскоязычном. Так, давайте еще посмотрим, что у нас Абсолют бальзам. А, и патчи, да, еще? Патчи, коротко расскажу, вообще они... Ну, давайте даже покажу, да, на корейском сайте. Если вы зайдете, эти патчи можно увидеть. Так, они у нас Special Care. Кстати, про вот это средство. BP Skin Booster. У кого есть, напишите плюсик в чате. У меня его нет. Я свой подарила маме. Потому что мне нравится работать руками. Да, вот написали плюсики, спасибо. Морские патчи убирают отек. По счету у меня третья баночка. Классно. Да, вот, спасибо за ваши плюсики. Мечтаю о нем, да. К сожалению, не везде можно его доставить из-за логистики, да. У каждой своей страны своя специфика. Но бустер классный. Он помогает просто сэкономить вам огромное количество времени на вот эти вот растирания. Я тоже планирую привезти себе бустер. Вот, пока до него руки не дошли. Для того, чтобы, да, и максимизировать ваш уход, попадание вашего ухода глубоко в кожу. То есть максимально глубоко проникнут ингредиенты вашей косметики в кожу благодаря электропорации, теплу, вибрации, да, это все способствует. Бустер классный. Но если у вас нет бустера, то во время марафона вы можете использовать техники от Мадины Абдулаевой. Да, я покажу попозже, что я, какую технику я использую. Это как массаж такой для лица, да, получается. Так, где у нас? Не вижу. А, бэк. Вот эти патчи, акропас. То есть это такие вот патчи разного размера. То есть это идет межбровка, это под глаза, это носогубка. С огромным количеством иголочек, микроигл. Это совершенно не больно, но классное ощущение. Вот она сама иголочка, пропитанная активным ингредиентом. Так, Айнура пишет, бальзам Reset можно наносить перед выходом на улицу? Давайте покажем как раз этот бальзам Reset. Вот, это Reset переводится перезагрузка. Вам видно, да, корейский сайт? Да, акропас есть на корейском сайте, да. Отлично, спасибо, Айнура. Вот он, бальзам Абсолют, который вышел довольно недавно. Это новинка. Стирает морщины на вашем лице, как ластик. Единственное, только он такой жирноватый. Сразу перед выходом я бы не рекомендовала. То есть нужно ему дать время впитаться. Такой жирненький, да, потому что пропитан активными ингредиентами. Дайте ему время впитаться. И затем солнцезащитное средство сверху, да, нанести.
Вот, с ним проходит на марафон Наталья. Что я хотела вам показать, да, то есть вон, вот здесь вот показываются исследования. Клиническим путем доказана его эффективность. То есть морщины уменьшаются. Вот здесь тоже, да? Сейчас я вам по-русски прочитаю. Так, получается, на 13,1% уменьшаются морщины вокруг глаз. Вот здесь видно на картинках. На шее на 22,1% уменьшаются морщины на шее. Это после применения, после одной недели применения. Да, представляете, одну неделю всего использовали утром, вечером, ну, вместе с основным уходом. Плюс обязательно защита от солнца. На 23,3% уменьшаются носогубные складки. На 9,4% морщины на лбу. Сияние улучшилось. И на 391% текстура кожи улучшается. И эластичность, да, вот текстура. Эластичность на 56,276%. Поэтому вот такой вроде как бальзам. Раньше я его видела только в дорамах. Это корейские сериалы, как им пользуются. И у нас тоже появилось. То есть компания не стоит на месте, смотрит за трендами. И то, что работает, старается тоже нас этим баловать. Если двухэтапного очищения нет, будет эффект. Обязательно двухэтапное очищение. То есть если вы пользуетесь только пенкой, да, получается? А как, чем вы смываете солнцезащитные средства? Потому что все солнцезащитные средства, они идут на маслах. Да, вот если зайти в SunCare, вот наши солнцезащитные средства, это масло, масляные составы, да, диоксид титана, как они смываются? Это именно нужно демакияж делать. У нас есть гидрофильное масло, есть deep cleanser, есть мицеллярная водичка. Они все убирают. Сначала нужно убрать и солнцезащитные средства, и тональные средства, да, BB-крем, косметику, все надо смыть. Потом только мы используем пенку, то есть это два очищения. Поэтому ресет-бальзам в клинических, то, что вот я показывала, да, в клинических испытаниях, это, конечно, двухэтапное очищение использовалось. В наборе Evening Care есть Deep Cleansing, там есть в составе масла. Да, конечно. Deep Cleanser, он такой на масле идет. Макияж, он помогает смывать вам ваши масляные средства на лице. То есть те же солнцезащитные средства, BB-крем, косметика, она же вся идет тоже на масле, масляная основа. Чтобы масло смыть, нужно использовать те же похожие текстуры. То есть пенкой вы масло не смоете. Поэтому очищение тоже очень большое значение имеет. Так, получается, про Absolute Snow, да, вот этот корректор мы взяли с вами тоже как часть марафона. Это новинка. Это такой уход, который тоже заменит вам поход к косметологу, лазерное отбеливание. Сейчас покажу вам картинку, которую я перевела именно для этого набора. Так, это не та картинка сейчас. Салют снова. Картинка.
профессиональный осуществляющий уход, и на корейском сайте написаны все этапы, просто перевела на русский, чтобы было понятно, да? Тонер дает эффект осветляющего пилинга. Ну, да, это такой пилинг, очень мягкий, то есть не как пилинг в четырехэтапке, там, да, пилингуется прям вот, отшелушивается кожа, легкий пилинг-эффект. Тонер – обязательный уход всегда во всех наборах, тонер номер один. То есть сначала тонер, потом все остальное. После очищения. Затем вот был вопрос у Елены, да, можно ли использовать с ампулой. Да, ампулу синергия можно сюда поставить. Или ампулу абсолют тоже можно сюда. Если бустер есть, тем более, да, можете пользоваться для лучшего эффекта. Затем, почему именно эта ампула, да, как мы говорили с вами, это витаминная ампула с осветляющим эффектом. То есть если вы используете набор Snow, но хотите еще большего, быстрого результата, то можете приобрести именно эту ампулу. Она доступна с корейского сайта, именно чтобы было 4 ампулы в наборе, только ампула 1. На русскоязычных сайтах доступны ампулы 2 и 3. То есть если вы хотите эту ампулу, либо взять в наборе, где разные ампулы, либо с корейского сайта заказать. Далее, третий шаг – это корректор, то есть заменяет лазерный уход. Потому что утром-вечером делаем, да, больше, на самом деле, эффекта, чем вот поход от косметолога. Поход к косметологу в один раз сходили, а когда домашний уход профессиональной косметикой, то это лучший эффект намного, да, потому что утром-вечером вы как бы за месяц можете добиться больших результатов. Сыворотка заменяет мезотерапию. То есть это когда уколами, да, проникают в кожу микроиглами для того, чтобы ингредиент дошел глубоко в дерму. И этой сывороткой мы заменяем такой уход. И затем нижние 5, 6, 7, 8 – это уже у нас... как бы сохранение, запечатывание, то, что мы сделали активные ингредиенты здесь. Здесь дальше уже идет запечатывание, то есть чтобы не было испарений. Да? То есть наша кожа, она как губка. Да? Если не запечатать кремами, лосьоном, то то, что вы нанесли, оно будет испаряться из нашей кожи. Закрываем, запечатываем результат. Также, если вы пользуетесь ампулами синергия, ресет-бальзам, да, это все нужно запечатывать кремами легкими. Это можно легкими текстурами. Либо, смотрите, если жирная кожа, то кремом днем не пользуемся, пользуемся солнцезащитным средством. То есть это же тоже крем, и днем солнцезащитным средством закрываем наши активные ингредиенты, этого достаточно. Слишком тоже жирную кожу, комбинированную, не нужно наслаивать. А вот если сухая кожа, то можно и крем, потом солнцезащитный средств. Ну, смотрите, как вам удобно. Здесь получается дневной крем, днем только закрываем, да? Ночной крем, ночью пользуемся, маска есть тканевая и солнцезащитное средство, такое специальное, которое вот... только в наборе снов вышло отдельно. Так. Он сына пишет, что гидрофильным маслом начала очищать лицо. Очень понравилось. Здорово. Ночной крем плотный, дневной крем прозрачный. Да, я вот пользуюсь дневным кремом. Ночным кремом, когда уже чувствую, что... Ну вот у нас кондиционер сейчас активно. Утром, вечером работает, то он тоже забирает влагу из кожи. То можно и кремом пользоваться. Какая разница между Spot Out и новым набором? Да, спасибо, Наташа, за вопрос. Улучшили состав. То есть в Spot Out, это предыдущий, да, набор на борьбу с пигментацией. Так, сейчас...
было что? Какие-то ингредиенты были, просто здесь во Snow добавили код Selective на осветление, которое идет. Добавили новые технологии. И для тех, кто не владеет корейским, я специально сейчас покажу, что я по-корейски читать умею, но не владею им свободно. То есть читать корейский сайт мне тоже сложно. И я пользуюсь активно Google-переводчиком, который сейчас очень хорошо фотографирует и переводит сносно. То есть можно все не ждать, да, когда это все появится на наших сайтах, на русском, на турецком, да, на тех языках, которые вы говорите, а самостоятельно зайти на корейский сайт, так как здесь появляются все новинки, и самостоятельно ознакомиться, что же здесь написано, чем же он отличается от, ну, от того же Spotout набора, да. Например, вот здесь, да, ничего не понятно, что мы делаем, берем телефон. Сейчас можете тоже попробовать. Вам только нужно приложение на телефон скачать. Называется Google Translate. Вот. В нем ставим корейский, с корейского перевести на русский. Да? Включаем камеру. Вот. И тут же он мне переводит. То есть он home derma переводит как домашняя дермация. Но, конечно, не идеальный перевод, но лучше, чем ничего, да, лучше, чем смотреть на корейские буквы и не понимать, о чем вообще речь идет. Профессионально осветляющий уход возможен в домашних условиях, если сохранить этапы осветляющего ухода, выполнен косметологом, да. Кривой немножко перевод, но мы понимаем, да, основные слова отсюда, то, что это профессиональная косметика, которая заменяет поход к косметологу. Ну, как вы видели, да, до этого перевела, что там и лазерную, и мезотерапию, и витаминный уход тоже. Это делают косметологи платно, да, то есть за каждый прием вы платите деньги, а так вы купили такой набор и сами себе можете делать весь уход и экономить. Второй skin science – это наука о коже, что, как переводит нам Google. Усильте уникальный механизм осветления, и осветление с нуля происходит. Далее, третий – day and night, all day. То есть можно и днем, и вечером использовать весь день. Также Google нам переводит профессиональный уход. Более профессиональный и эффективный отбеливающий уход, который можно использовать днем и вечером для восстановления питания кожи. Ну, то есть, да, хороший перевод. Далее, четвертое, что он пишет, уход, который дает чистый тон кожи. Ну, понимаем, что здесь он выравнивает тон кожи, на осветление работает. Кто еще не пробовал, да, переводить с Google Translate, сейчас попробуйте, вот прям направьте телефон на экран и попробуйте, чтобы вы тоже не боялись корейского сайта. Это там, где входят все новинки, и вот такое, когда вы самостоятельно можете переводить, тоже очень вам помогает. Здесь говорится о коде Selective, именно который Brightening. Это осветляющий код. Тоже это запатентованная формула именно компания Tommy. 10 общих активных ингредиентов. И последний, пятый пункт. Здесь говорится о клинических испытаниях, которые подтверждены научно. То есть мы уже с вами имеем представление, о чем идет речь. Здесь уже о том, что это... домашняя дерматология. Да. Этот уход позволяет вам вот то, что я показывала вам на русском перевела, вот на корейском то же самое. Это наука. То есть что за механизм из 8 шагов? Тоже можно перевести вот прям с вами вместе. Давайте попробуем.
управляем телефоном. Первое – основная технология для общего осветления. Второе – кислородный уход для поддержания ровного тона кожи. Так, здесь написано меланин синтаза. Меланин, да, это то, что позволяет нашей коже. Пигмент появляется, да, если, например, выйти на солнце или какие-то гормоны, да, вот как в беременности может выйти пигментация. То есть ингибирование активности вот этой пигментации. Подавление этого, я так понимаю. Следующее, пятое, осветляет меланиновый пигмент. То есть уже если есть пигмент, то осветление его. Осветлить тусклый цвет лица, шестой пункт. Седьмой, уход за пигментацией с течением времени. И восьмой, мгновенный эффект тонуса кожи. Здесь у нас вот эти 10 ингредиентов, которые осветляют нашу кожу. Да? Тоже направляем телефон. И вот первым здесь идет код селектив осветления. Дальше. Оксигескин, то есть это вот как раз кислородное осветление, кислородный уход. Дальше альфа-бисоборол, тоже борьба с пигментацией. Экстракт солодки, ниацинамид, осветление тоже. Так, здесь такое название интересное. Эчил Асковиль Эдель. Дальше экстракт зимних зеленых листьев, иллюмина и пион и фитоен. То есть это такие ингредиенты, которые здесь используются. То есть вот в чем отличие Spot Out от Snow, то, что добавили активных ингредиентов. То есть, например, в Spot Out был только вот этот, да? А здесь уже целых 10. И далее здесь тоже ингредиенты можно, да, увидеть. Вот оксигескин, оксигеноскин. То есть это растительные тоже, да, ингредиенты, которые у нас осветляют кожу. И в конце можно увидеть результаты, клинические результаты, это ПОН, клинические результаты, которые уже проделаны с этим набором. То есть люди использовали активно этот набор, и, например, на 21,4% увидели уменьшение пигментации меланина. Так, за какое время? Вот написано здесь. За месяц применения. То есть улучшилась кожа, состояние кожи, именно пигментации. То есть за 4 недели. Здесь давайте посмотрим. Тоже направляю телефон. И он тут же переводит, да? Улучшение темных пятен и веснушек. Тоже, да, это такое, вот кто, особенно вот в Турции живет, активная пигментация происходит, когда мы даже пользуемся солнцезащитным кремом, все равно появляется. Почему? Да, потому что солнцезащитные средства нужно обновлять каждые 2 часа. Если мы этого не делаем, потеем, то мы можем получить ожог. А у кого активный меланин и кожа склонна к пигментации, то тем более, да, то есть появляется сразу и пигмент, может, и веснушки, и так далее. То есть здесь старые темные пятна осветлились за 4 недели также на 15,9, ну, почти 16%. Вот когда спрашивают про веснушки, тоже здесь, да, можно сказать. Ну и про
Здесь говорится о запах, то, что какой запах у этого набора. Бергамот, гордения, жасмин, ванильные нотки. И вот, и такой корректор мы используем для максимального осветления, быстрого. Я сама пользуюсь сейчас именно этим корректором, потому что это показывал в начале, что я борюсь сейчас с полстакан. Также у нас появились вот такие масла. Вот, и так, это у нас есть лавандовое, есть ментол, а есть лимоновое масло. И как раз масло лимона – это витамин С. Я сейчас покажу, как я пользуюсь им вместо ампулы 1. Витамин С. Так, и последнее, да, о чем мы говорили. Все взяли, да? Уж получается, все уже говорили с вами, все средства из списка. Можно название приложения в текстовом варианте. Google Translate. Давайте напишу здесь. Google Translate. Это самый лучший переводчик, да. Так, получается сначала ресет, потом питательный крем. Рашида, можно ресет, и если это день, то закрываем солнцезащитным средством. Если это вечером, то да, питательный крем после ресет-бальзама. Так, сейчас я посмотрю, что... Все средства, да, мы взяли? Да. Так, ну и хотела вам показать, как... Так. Как я пользуюсь? Да, меня видно сейчас на весь экран или не видно? Ага, видно на весь экран, отлично. Себя вижу только паликов окошки. То есть сначала сняли макияж, да, это deep cleansing, либо mild cleansing, это мицеллярная водичка, сняли макияж отдельно. То есть у меня сегодня не было макияжа, да, я была без макияжа, но у меня было солнцезащитное средство. Это не говорилось в рамках марафона, но обязательно солнцезащитное средство должно быть в вашем уходе, потому что мы сейчас активно улучшаем состояние кожи. Если вы не пользуетесь солнцезащитным средством, сейчас лето, более активное солнце, то как бы эффект от этого марафона будет теряться. Поэтому мы днем пользуемся солнцезащитным средством, а вечером его смываем и потом наносим уже уход. Основной уход – это, да, это тонер. Начинаем с тонера, потому что он помогает восстановить pH-баланс после умывания. То есть любое умывание. Или когда мы трогаем кожу, да, это тоже механическое получается такое. Когда мы трогаем кожу, мы задеваем кожный барьер. То есть мы его как бы снимаем. И водичка тоже, она, ну, хлор, да, особенно хлорированная вода, неочищенная, она... Что делает? Она pH-баланс наш вымывает, и кожный барьер тоже. Тонер, поэтому самое, одно из самых главных в вашем уходе должно быть тонер. Как и солнцезащитное средство, это тоже важно. Помогает вашей коже подготовиться к дальнейшему уходу. Поэтому давайте я покажу. Тонер Абсолют, он самый легкий, как вода вообще идет. И когда вы нанесете его, вы сразу так чувствуете, что проходит сухость после умывания. Вода, молекулы воды, они слишком большие, чтобы впитаться в кожу. То есть почему мы вроде умываемся, но при этом кожа стягивается вся после умывания? Потому что молекулы воды, они не увлажняют нашу кожу, они наоборот забирают влагу.
из кожи. А тогда как молекулы тонера, они проникают. То есть они специально были изготовлены, чтобы проникнуть в кожу и увлажнить ее. То есть без тонера мы не продолжаем уход. И начинаем уход. И что я показывала, да, в начале, если это такой тонер, как водичка, вы можете на ватный диск его накапать, набрызгать и сделать как масочку такую себе, да? Быстрая масочка для успокоения кожи или чтобы добиться увлажнения или осветления. Тоже наложили ватный диск, который пропитался тонером, и какое-то время подержали, затем сняли. Тоже можно наложить. Если есть, например, ожог получили, да, нечаянно, то вот таким образом можно снять красноту, припухлость. Ну и как это работают наши патчи, да, тоже путем наложения, как масочки. Затем у нас идет, кто пользуется ампулой, сразу можете использовать ампулу. У меня нет ампулы, но у меня есть вот это масло, которое я вам показывала, с витамином С, лимон, лимонное масло. Его нужно смешивать с основным маслом, это масло жожоба. Ну, его, основное масло, оно как бы помогает смешать эфирное масло. То есть нельзя использовать эфирное масло на кожу, вы получите ожог. То есть его нужно соединять обязательно с основным маслом, например, жожоба. 2-3 капли достаточно и 1 капли масла с витамином С. Если у вас ампула, используйте ампулу. Вот. И вот таким образом наносим ампулу на проблемные места. У меня, например, это щечки. И шея тоже вот то, что высохло. Сразу такой лимонный запах я чувствую. И, как показывал Мадина, да, это, что я делаю? Это вот такое вот растирание. То есть если, к сожалению, да, бустера нет, есть ручки. То есть просто так, если мы нанесем ампулу и не будем вот эти вот движения растирающие делать, впитывающие, да, похлопывание, растирание, то, ну, ампула у вас питается только там на небольшой процент. А когда вы используете тепло своих рук и растирание, то вы добиваетесь того, чтобы средство максимально впиталось в вашу кожу. Также и на лоб, да? Благодаря таким техникам добиться вот эффекта бустера. Ну, конечно, для бустера сложно добиться такого же эффекта, да, потому что технология используется, но хотя бы приблизиться, да, к ней. Но тепло наших рук тоже, да, где-то сколько у нас, 36,6 градусов, это вот на наших ладошках особенно прекрасное, помогает впитаться средством, потому что поэтому, если нет бустера, нет каких-то роллеров для лица, используйте тепло своих рук, да, на лице, вот так прям. Это помогает впитаться градиентом. То есть как бы впечатку. И на шею. Все, что вы наносите на лицо, наносите на шею, потому что, например, добьетесь эффекта омоложения, осветления на лице, а шея останется без этого эффекта. Будет большая разница. Так, пишите, да, вопросы свои. Будем по ходу дела отвечать на вопросы. Основное масло тоже с атоми. Да, Фируза, да. Вот это все, что я использую, это атоми. Масло жожоба. Получается вот оно. Такое в большой тюбике. 50 миллилитров. И эфирное масло само, лимонное. 10 миллилитров. Обязательно, да, вместе использовать.
Так, новинки маски вы еще не пробовали? Пробовала новиночку. Это Absolute Snow, да? Невероятная ткань у этой масочки. И увлажняющий эффект классный. То есть это совершенно новые ощущения от этой маски. Она даже... Сложно назвать ее тканевой. То есть это ткань, инновационная ткань, она не рвется. Она очень гибкая такая, тянущаяся. Классная масочка. Вот она. Я ее вчера только использовала. И я сделаю пост отдельно про нее. Как ее использовать, чтобы было максимальный эффект от нее. Так, запись, да, будет доступна. Я обновляю 2 раза, пишет Умсунай. Да, отлично, солнцезащитные средства нужно обновлять. Так, у кого расширенные поры, лучше использовать мицеллярной водой и затем пенкой. У кого поры нормальные или нет, то идеально подходит гидрофильное масло. Да, вот у Айрайлин я видела фото тоже, да, комбинированная жирная кожа. Про поры Айрайлин знает. Попробуйте, вот посоветую Айрайлин. Я пользуюсь и гидрофильным маслом, и мицеллярной водой. То есть смотрю по состоянию своей кожи. Когда как? Когда хочется более глубокого очищения, там берешь вот этот deep cleanser, да, гидрофильное масло, и хорошенько промассируешь. Гидрофильное масло прекрасно убирает весь макияж, что у вас прям вот остатков даже не остается. И я беру ватный диск и прям вот мицеллярной водой тоже еще прохожусь, чтобы не обычной водой смывать. Так, где у меня ватный диск? Чтобы не водой смывать, а мицеллярной водой смывать. Демакияж, вот этот deep cleanser. Таким образом у меня такое даже 3-ступенчатое, да, очищение получается. То есть я гидрофильное масло снимаю мицеллярной водой, чтобы вот убедиться, что частички макияжа полностью ушли. Я так делаю, когда вот у меня съемки, да, или, ну, вот как плотный макияж, когда ношу, много слоев биби-крема, солнцезащитки, пудры, тогда вот хорошо снимаются. Потому что остатки... Макияж, он как действует? Он же... Там такая технология, чтобы максимально питаться в кожу и не было эффекта маски. Но у этого есть и недостатки, да, то, что оно только так хорошо к коже прилегает, что потом сложно снять. То есть одной пенкой не снять. Одним гидрофильным маслом тоже, да, нужно хорошенько прям растирать кожу, чтобы все ушло. И потом вот ватным диском убрать вот эти остатки. Да, Наташа, вижу. Наташа, бери уход. Давайте вместе. То есть, что я нанесла? Тонер. Дальше витамин С масло. И что можно затем использовать? Корректор. Корректор выглядит так. Абсолют Сноу. Его нажать, просто нажимаем и наносим на проблемные участки. То есть, его не стоит наносить там на... морщины, он работает именно на осветление. Поэтому используйте его только на те места, которые вы вполне хотите осветлить. Тут такой шариковый нанесение идет. Он такой прохладный. Тоже можно хранить в холодильнике, чтобы максимально почувствовать такой охлаждающий эффект. Вот, и на шее у меня получается тоже пигментация, постакне. Кстати, это все можно использовать во время беременности, да? Никаких гормонов в косметике у нас нет, поэтому используйте и рекомендуйте. Так, далее. Что у меня еще есть? Бальзам Абсолют. Вот у Натальи как раз да, он. Бальзам Абсолют я использую только на места, где у меня морщины. То есть межбровка. У него нет эффекта осветления.
у него эффект именно борьбы с морщинами, поэтому его я не наношу на свою, на свой постакне, на межбровку. Тоже удобно, что не, ну, не трогаешь руками, да, можно этим бальзамом. Вот у меня каменированная кожа, то есть сухой лоб, тут здесь появляются морщины, межбровка, морщинки, а вот эта часть, она жирная. И Т-зона тоже. Поэтому я вот так вот, у меня разделение идет. Здесь осветление, здесь анти-эйдж, и на шее тоже анти-эйдж идет. Этот бальзам можно использовать, да, то есть на носогубку тоже и на шею. Запах тоже очень такой приятный. А что у нас мицеллярная вода? Mild cleansing? Да. Совсем для сухой кожи что использовать? Сухая кожа нуждается в обильном увлажнении. Тоже, конечно, ее нужно очищать хорошо, но затем и... То есть, например, если это говорить о наборе Fame, то все крема используем, то есть и утром, и вечером. И солнцезащитные средства тоже именно в виде крема хорошо наносить сухой коже, чтобы, потому что наши солнцезащитные средства, они также увлажняют. А можно ли использовать масла при угревой сыпи, при воспалениях? Если активная угревая сыпь идет, то я рекомендую наш набор от Acne Expert. Вот он хорошо при активной угревой сыпи. Если уже прошли воспаление, этап воспаления, можно уже масла начать. А что про ночные маски, не смывающиеся? Надо тоже поизучать, пока их нет описания. Можете, надо подождать, да, когда появится на корейском сайте описание, чтобы вы смогли перевести, да, таким способом через Google Translate. Пока нет. Но есть информация в журнале, который мы получили с корейского сайта. Могу чуть-чуть оттуда переводить. То есть там, да, у нас появятся новинки, это масочки, которые можно... Ночные масочки, и которые, как они, очищающие, да, нанесли и через какое-то время смыли. Так, вот много вопросов про mild cleansing, да, давайте я вам покажу это средство. Оно есть на русскоязычных сайтах. Я его тоже люблю, помогает очистить вашу кожу очень быстренько. Так. Вот оно. Mild cleansing, вот оно. Не надо смывать, легко очищает даже стойкий макияж. И тушь успокаивает, и вы почувствуете чистоту и свежесть. При этом гипоаллергенный состав. Можно даже деткам использовать это средство. Ватный диск. Получается, представляете, крышки, нажимаете, и выходит средство, да, снизу вверх. Несколько нажатий, 2-3 нажатия, и можете проходиться по коже. Единственное, если вы смываете им косметику, конечно, нужно будет после него умыться. Если вы просто используете, да, как этап тонера, то можете не умываться и смывать. Здесь 300 миллилитров, 5-800 тенге. Очень, я думаю, что ну, надолго хватит этого средства. Пользуйтесь. Классное средство. Да, классно очищает. Кожа становится мягкой, свежей, увлажненной. Да, дает такой эффект свежести. При использовании набора цика через неделю лопнула купероза. Это нормально? Ох, с куперозом... Думаю, что если прям лопнули, то нужно попробовать обратиться к косметологу.
Но циконабор, да, он помогает в борьбе с куперозом, убирает покраснение, воспаление. Потому что цинтелла – это лечебная трава. Так, если еще есть вопросы, пишите. Так, то есть мы нанесли ресет-бальзам сразу, да, видите, у меня на лице появился блеск. И так вот работает ресет. Чтобы не убрать этот блеск, да, чтобы просто помочь этому средству быстрее впитаться, вы можете поработать руками, как я показала, да? Но почему он имеет, да, такую масляную основу? Чтобы просто дольше эта влага, то есть такую вот пленочку создать на лице, которая не будет позволять влаге выходить из кожи. Выходить, да, выпариваться. Ну, можно, да, чтобы вот не было, чтобы вы смогли там следующий этап нанести, например, солнцезащитное средство, тональные средства, помочь впитаться и уже наносить следующий. То есть у вас не будет уже такого слоя. Так, что я еще использую? То есть, также ресет-бальзам я использую вокруг глаз, как крем вокруг глаз использую. И вот так сверху тоже. Марина пишет, слушаю вас, Мика, делаю уход, спасибо за подсказку, поработать руками. Пампус, да, лицо разогрелось, лучше впиталось. Спасибо. Да, кто еще? Встаньте тоже, поделайте сейчас уход. Вообще, для чего создан этот марафон? Чтобы вы вспомнили о том, что нужно ухаживать за собой, делать это регулярно, потому что мы можем купить набор, и он у нас стоит, да, мы про него иногда вспоминаем, иногда забываем, а когда есть марафон, у нас есть такой вот пинок, такая мотивация, да, и есть телеграм-чат, в котором девочки отправляются фотографии утром-вечером со средством, например, с бальзамом вот так вот. И после ухода сразу это нужно делать, но аккуратно, потому что после ухода ручки жирные, и можно уронить, например, ампулу. Синергия, у нас несколько девочек уронили, она разбилась, жалко, да, поэтому тоже фотографию делаем аккуратно. Но вот когда есть такая вот движуха, когда есть группа, тоже не хочется отставать, хочется получать свои баллы. Кстати, все, кто сегодня пришел, досидел до конца, получает 3 балла, кто участвует в марафоне. Так, да, вот этот бальзам у меня таким слоем, да, он наносится же толстым, и чтобы помочь ему впитаться, можно поработать ручками. Это не обязательно делать, когда вы, например, находитесь в дороге. А когда просто почему вот мисты, да, у нас тоже работают на увлажнение, которые не нужно потом дорабатывать, довпитывать. Они помогают долгое время, чтобы кожа наша была увлажнена. Это самый главный секрет молодости. Постоянно увлажненная кожа. Вот такой блеск, сияние – это здоровый блеск, который говорит об ухоженности вашей кожи. Если ваша кожа там сухая, шелушится или стягивается, то это говорит о том, что да, ей не хватает увлажнения как раз. То есть выпаривается влага, нужно ее срочно за ней ухаживать. И затем, когда вы все активные ингредиенты нанесли, масочку можно, да, нанести, крем, то есть вот Absolute Snow Day Cream, закрыть этот весь эффект. То есть я использую, не жалеете тоже ваши крема, в Атоме очень большие, здесь сколько, 50 миллилитров, большие баночки, которые позволяют нам
не экономить, пользоваться по максимуму. Я очень люблю, когда у меня баночки заканчиваются, когда они заканчиваются, и начинать новое, уже что-нибудь другое, например. Ну, попробовать, если вы попробовали фейм, попробуйте абсолют, если вы абсолют попробовали, снова попробуйте. И вот так вот вы сможете все наши наборы попробовать на себе, чтобы потом рекомендовать, уже зная, какой эффект, какой запах, какая текстура у этих кремов. Вот. Такие движения, как научила Мадина, позволить быстренько впитаться. Вообще, кто не видел эту запись, обязательно посмотрите. Мадина показывает много разных техник, просто это то, что мне больше всего понравилось. Плюс вот такие впечатывания тоже делают в корейском уходе, которые как раз ладошки, где наши работают, тепло наших рук. А быстрое похлопывание для того, чтобы быстро все впиталось. И вот так на шею тоже. И, как писали выше в чате, что остается еще и на ручке. Нам даже крем, да? Как крем для рук получается. Остатки мы наносим на руки, на локти. Таким образом у нас ручки тоже показывают наш возраст, как и шея. Нужен уход за руками. И, ну вот, когда мы моем руки, например, тоже, да, постоянно, мы теряем влагу. Поэтому говорят, что руки показывают возраст. А если мы будем за ним ухаживать, то не угадают наш возраст. Вот как раз здесь вопрос от Зельфи, сколько мне лет? 32, 33 будет в ноябре. А где посмотреть запись? Я вам скину ссылку, вот где вы увидели ссылку на этот Zoom, то там и будет запись. Да, остатки кремов. Так, с нами Наталья Сергеева. Если у Натальи есть что-то сказать по марафону, какие-то правила, возможно, то или у кого-то есть, если есть вопрос, можете тоже задать. Либо микрофон могу включить вам, ручку поднимите, либо написать в чате вопрос. Давайте я сфотаю участниц. У меня здесь вот в чате, кто у нас присутствует, чтобы присвоить вам 3 балла. Так, и мы можем, да, мы можем сфотаться все вместе. Включайте камеры, сфотаемся, как мы что-нибудь из ухода прихватите с собой. Я пока сфотаю, ну, вот именно список участниц, а вы можете включать камеры. Сфотаемся вместе. Потом эту фотографию я вышлю в чаты. Так, здесь Елена. Потом я список просто скину Наталье, чтобы она присвоила баллы. Так. Гляну чат, чего не пропустила. На днях мы получим ампулу, можно подключиться. Да, конечно, подключайтесь. Ничего страшного, вы пропустите, да, несколько баллов, так как 4-го, да, было начало. Но все равно вы поучаствуете. Вдруг вы догоните тех, кто не отправлял более активно. Но в любом случае участие в марафоне дает очень хорошо, прокачивает вашу дисциплину, то есть привычку ухода за собой дает. А это классно, когда у вас есть такая привычка за собой ухаживать. Несмотря на домашние дела, на детей, на готовку, уборку, работу и так далее, вы вспоминаете про себя и утром, и вечером. Все-таки открытые ампулы надо хранить в холодильнике, спрашивает Арелин. Желательно хранить ампулу один, именно с витамином С. Остальные не обязательно хранить в холодильнике. Просто если у вас дома жарко, душно, то можно, да. А если нормально, если вы
можете найти в доме место прохладное, подальше от детей, потому что им все это интересно, они все хотят раскрыть, поиграться. Подальше от солнца, потому что солнце, оно ухудшает, да, нашу косметику и наше лицо тоже. Патчи в холодильнике можно, да, в холодильнике лучше всего, потому что они классно убирают припухлость. Ну, давайте сфотографируемся. Я думаю, все успели, да, включить камеру. Так. Что-нибудь возьмите, да, я вижу, Елена, Галина, ампулы взяли, Рашида взяла Reset Balsam, Musonite ампул тоже, Фируза патчи, Джамиля масочки, Фируза ампулу с лялечкой, так, Диля ампула и бустер, классно. У Дили, кстати, видно, что тоже уход поделала. Заурия, так, потеряла Заурия. Так, Зухра, ампула, крем, да, у вас набор Абсолют. Наташа в шапке, прям целый набор, классно. Еще вижу, что подключаются. Быстренько возьмите что-нибудь, да, из ухода. Я возьму, наверное, корректор и вот так вот, да, вот, наверное, вот так, масло. Или даже три средства. Вот, как у Наташи. Калина ампула, у Александры патчи, да, это патч. Так, отлично. Солнцезащитное средство, Хуайнур, класс. Да, без него никуда. И так, Диля у нас убежала, да? Так, давайте. Да, вот все видно. Принтскрин. Ага. Раз, два, три. Ага, сейчас. Я скину пока. Посмотрю, что получилось. Да, отлично. Получилось. Ну, давайте еще один раз сделаем, чтобы вдруг кто-то моргнул на предыдущем фото. Так. Раз, два, три. Окей, супер. Всем спасибо. Руку не вижу рук, да, вопросов, если нет, то мы будем завершать. Если какие-то остались вопросы, я обязательно отвечу, потому что давно не выходила в Zoom. Очень приятно всех видеть, такие красивые. Да, марафон, бьюти-марафон – это о любви к себе. И об удаче тоже, да, все, кто дойдет до конца, получат абсолютно снова подарок. Но самое главное – получат вот такую привычку. Когда мы делаем что-то в течение месяца, а лучше 2 месяца, но месяц тоже классно, утром, вечером. Потом уже вы как бы уже даже автоматически утром вам не хватает вот этого ухода. Вам хочется сделать уход, позаботиться о своей коже, уже даже без вот того, что не надо. А не надо, а хочется уже. Поэтому вот такая полезная привычка вырабатывается на марафоне. И вечером, да, то есть не пойти просто спать, а обязательно очистить свою кожу, сделать несколько этапов ухода. Такой продуманный уход, да, не просто крем, как мы делали раньше, да, умылись и крем, а здесь тонер, ампула, затем только крем. И тоже вот такое чувство приятное, что вы позаботились о себе, о своей красоте. И также, когда у вас есть результаты, вы можете с большей уверенностью рассказывать о том, какие классные результаты вы добились благодаря этой косметике. То есть, я пользуюсь сама, поэтому рекомендую тебе. Это самый лучший способ продвижения в Атоме. Когда у вас лицо сияет, когда проходят проблемы какие-то, вы искренне делитесь этим, вот это, конечно, очень подкупает. Можно об этом рассказывать как офлайн, да, на мастер-классах, можно через соцсети это транслировать, и это работает очень хорошо. То есть у вас поступают заказы на то, что о чем вы пользуетесь, да, как добиться такого же результата. Потому что, ну, до сих пор многие не знают,
как правильно пользоваться косметикой, да, что зачем идет, что есть этапы ухода. И вы можете быть тем человеком, который несет пользу обществу, да, и сможете рассказать более подробно. И сделать так, чтобы у ваши клиенты, подружки, окружение имели доступ к хорошей, качественной, профессиональной косметике по доступным ценам. Это, я думаю, большой плюс Атоми. Ну и заработок, да, то есть многие из вас уже зарабатывают с Атоми. Сейчас, кстати, уже скоро будем подбивать бинарные шаги и будем завершать, да. Так, хочется выслать фото, уже некуда после марафона. Да, это здорово, дисциплинирует. А Дема пишет: Мика, вы просто милашка. Спасибо большое. Я была рада с вами пообщаться, все такие улыбчивые, красивые. В чате тоже такая активность была, обратная связь шикарная. Да, скоро квантовый скачок, еще такое жаркое время. Всем желаю красивой кожи, отличных результатов, большого успеха с Атоми. Вот Наталья Сергеева пишет, да, она наш куратор, куратор марафона. Все молодцы, за всех болею. Хочется, чтобы все дошли до финала. Да, спасибо большое, Наталья. Да, вот она машет. Наталья очень сильно помогает. Да, то есть это большая тоже работа, вести учет. И для того, чтобы максимально облегчить задачи Натальи, тоже следуйте всем правилам. Фотографии мы отправляем именно с ампулы, да, чтобы видеть, что Наталья видела, что она заканчивается, что вы не просто так фотографируетесь. Именно после ухода в хорошем свете, чтобы видно было ваше сияющее лицо. И вот так утром-вечером отправляем фотографию. И вот за каждую фотографию вы получаете балл. И к концу марафона мы сделаем розыгрыш. А сегодня Всемирный день поцелуев. Всех целует Райхана. Здорово. Да, спасибо всем. Фотографию я вышлю, запись будет. Всем пока-пока. Целуем всех. День поцелуев.